Лондоне, столице Великобритании, прошла акция протеста сторонников Палестины, которые ворвались в здание Министерства бизнеса и торговли и устроили митинг прямо в его фойе. Участники акции, одетые в маски, начали свое мирное сидение в фойе, в то время как охранник пытался следить за происходящим сквозь стеклянные двери. Протестующие скандировали лозунги «Прекратите вооружать Израиль» и «Свободу! Свободу Палестине! От реки до моря Палестина будет свободной», демонстрируя свое несогласие с текущей политикой Великобритании по отношению к Израилю. После проникновения за внутренние двери, двое протестующих вернулись в фойе, а охранник закрыл за ними дверь. В ходе акции протеста раздавались призывы к освобождению Палестины и окончанию оккупации. Снаружи здания полиция наблюдала за ситуацией, в то время как протестующие добровольно покидали здание, продолжая выкрикивать свои лозунги. Неподалеку от здания был развернут большой баннер с надписью «Прекратите вооружать Израиль», а также были видны палестинские флаги. Этот инцидент привлек внимание общественности и СМИ, подчеркнув растущее недовольство в отношении поддержки Великобритании и Израиля на фоне продолжающегося палестино-израильского конфликта. Hands up the Middle East!